Я говорю, Почему вы иначе один продавать человек могли? сидел возле СБшников, один человек сидел прямо на выходе из бункера за песками и подавлял. Единственное, что реально помог, как бы, который прикрывал. Это было, я это не спорю, это я не скрываю. К медицинским, опять же, вашим качествам нет. Но я не посвящаю. Я могу сказать, что не все СБ выполняли, так сказать, конкретную В инструкцию. общем, приходи к профессору, говори, что А ваш причем мне СБ профессор, отставляет. а как профессор разбирается в Так, в военной общем, подготовке? Ты службы товарищи безопасности. Что я должен к бойцы, нему товарищи подходить? СБ, так, молчание в строю, во-первых. Во-вторых, по поводу КамАЗа я вам ничего не обещаю. Все-таки я вижу, что мои бойцы недовольны ни работой с долгом, ни работой с СБ. Я говорю сейчас вам нет, но по поводу КамАЗа ничего не обещаю, поэтому, возможно, вам придется вызывать вас с бывшей земли. Ладно, надо было Всего сразу доброго. проще сказать. Все, спасибо. Ну, я Ну, думаю, вы сделали просто для себя выводы. хорошо. Удачи. Ну, сделаем для себя. Давайте. Блять, он исчез. Клоуны ряженые. Капитан! Жжёт, блять, идёт. Слышишь, Товарищ может капитан, повяжем? решите выйти из строя. Да нет, подожди, что вязать? подожди, тихо. Товарищ капитан. Кстати, товарищ СБ, секунду. Товарищ капитан, разрешите мне опробовать тот пулемет на. Да подождите. Да забейте, пускай, что, ну они типа показывают. Не что ебать нахуй. Просьба огромная, без разрешения военного особо сюда не заходите, даже если нас нет. Хорошо? Вообще, в принципе. Блять, просто. Ну я бы мог высказаться, но. Ты не, я же мягко сказал. Сказал. Анатолич Платон, Анатолич. Я же мягко сказал, типа, иди, капитан, спокойно, не, тащи. Не, мягко говорю, знаешь, походу кто-то идет, блядь, когда идет разговор о смерти, блядь, идет нахуй ржет, блядь, на задний. А чё, что-то смешное обсуждалось? Не, подожди, я что-то не понял. Сейчас все стоите в строю. Все да, сержантские строю, рядовод, да, стоите в строю, сами они решат. Сами разберутся. Мы можем, конечно, это мы можем выбежать как обезьяны с автоматами, начать в них да, тыкать, не типа, надо. Но этого Они делать не там, будем. они там вдвоем стоят, они мужики разберутся, все нормально. Самый, или чё, не Просто слушайте, как наш лейтенант Гуч на двух. Блять, ты пидорас или педофил? Я говорю, ты пидорас или педофил? Ты, блядь, не понял, что я тебе сказал с первого раза, блядь? Я говорю, мы тут обсуждаем, блядь, о смерти вещи. Да, нормально. Мы со Я не могу. А все нормально. Иди с ним, иди стой рядом с ним. Иди, капитан, слушай, что, капитан? Постой, да, постой с ним. Задумайся, начнем тупинать. Лечоха, вызывай тебя там. Чупырнул. Опа. Чупырнул. Лечоха, нормально. Опа. Опа, автомат взял. Все, мужики, пошли. Оружие убираем, все, тихо. Да меня оглушили, я не могу его убрать. Пацаны, тихо, пацаны, не тыкайте оружие, пацаны. Тихо. Там оружие один достал, кого не тыкайте. Он это, его оглушил, все нормально. Он просто сам слетел. Пацаны, не тыкайте, все нормально. Ладно, выводы определенные сделаны. Все, красавчики, мужики, сразу за своих. За своих хровать. За своих хровать надо, мужики. Все нормально. По красоте вообще. Чёрт. Вообще красиво, мужики, сразу за своих встаем. Короче, ты читал, нет? Читал? Слышишь, там сейчас что-то происходит. Император как. Ого! О, слушай, скажи, я вам сейчас за это слово ебальник сломаю. Оружие уберите все, алло, еще раз говорю, вы что разводитесь здесь? Еще раз спину мне выстрелит, блядь. Слышишь, ты чё, чёрт? Слышишь, чёрт, ты чё так базарил вообще? Кого там, где... Ты там сейчас, чё, ты сейчас на моего пацана решил что-то сказать? Я тебе прям сейчас мне скажи. Никто из них не стрелял, да или нет? Стоп, дед Анатольевич только стрелял. Я сейчас тебя прям тут в лицо разрежусь на КПП и скажу, это чисто несчастный случай, все, вали отсюда, чмошник. Все, отставить, все. Ну, чё, слушай, дурачок, блин, про родителей там что-то говорит. Если он про родаков что-то еще скажет, я ему прям тут расстреляю лицо. Этому фаршмаку, мне вообще все равно. Трибунал не трибунал. Летеха уже это лишнее. Все, хватит. Да, Летеха, понятное дело, разошелся. Не, ну он правильно разошелся. Мне 4 рожка хватит, чтобы этим двум это просто лицо сломать. Там одного. Братан, ты читал?